Дошкольное образовательное учреждение Ленинского городского округа «Бобрёнок» стал лауреатом номинации «Лучший детский сад Подмосковья». Такой успех – результат многолетнего труда педагогов, креативного подхода к обучению и заботливого отношения к своим воспитанникам. Примечательно, что эта престижная награда была получена относительно молодым учреждением. Наш детский сад, еще такой молодой, открылся в 2018 году, но уже достиг очень больших успехов и результатов. На данный момент у нас функционирует 5 больших зданий и 2 палисадика. Но сейчас в проекте у нас еще мы открываем еще 2 здания, и наш детский сад еще больше. Организаторы конкурса оценивали множество показателей. В частности, создание пространственно развивающей среды, закупку оборудования в соответствии с критериями проекта «Предшкола». Немаловажно правильно интегрировать данное оборудование и материалы в образовательный процесс. То есть этот проект реализуется в течение года, учебного года. А на конкурс мы просто представили те материалы, которые мы собирали в течение года вместе с детками, с родителями. В учреждении регулярно проводят мероприятия для разностороннего развития детей. В этот раз на территории лучшего детского сада Московской области в рамках проекта «Чистая страна» представители партии «Единая Россия» помогли организовать высадку кустарников. Участники дневного летнего лагеря «Бобрёнок» вместе с заведующей педагогами взяли перчатки, лопаты, лейки и приступили к работе. О, супер! Супер-пупер! Супер-пупер! Давай вот так, смотри, еще ножкой вот так сделаем. Стоп! Вот так берем и вот так. Оп. Вопросы экологии, защиты окружающей среды, они всегда актуальны, особенно сейчас в нашей стране, да, и поэтому мы решили произвести такую акцию в данном детском саду, высадить прекрасные саженцы с детками, которые посещают сейчас летний лагерь. Дети с большим энтузиазмом помогали взрослым придерживать саженцы, помещать их в лунки и поливать. Это не просто веселое и познавательное времяпрепровождение, но еще и хороший способ привлечь внимание ребят к теме охраны окружающей среды. Очень сильно понравилось. Нам понравилось садить деревья, все вместе поливать их. И мы через много лет придем и посмотрим, как наши кустики выросли. В завершении акции все участники собрались вокруг посаженных кустарников и сделали общее фото на память. И это событие стало ярким и запоминающимся моментом как для воспитанников лагеря, так и для педагогов. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.